Сегодняшний митинг разрешили. Это что, чудо произошло? Это что это значит? Ну, это можно сказать, во-первых, тут несколько причин есть. Приближаются выборы. Власть, конечно, чувствует, так сказать, ситуация уже меняется несколько. И все взвесив, с учетом того, что и настроение народа, и наши вот эти противодействия, они решили в этот раз не зверствовать, но вроде как пошли навстречу, такой широкий жест сделали, что наконец-то разрешили, соизволили разрешить нам. Хотя по закону они раньше должны были это все делать. Мы требуем наконец-то возродить каналы взаимодействия граждан и власти. Сегодня, когда нет ни выборов, ни нормального местного самоуправления, власть сама готовит почву для восстания. Вся власть народу! Вся власть народу! Вся власть народу! Вся эта шпана, жулики, воры, они говорят, мы единая Россия. Нет, они единая Россия в кавычках, фальшивая единая Россия. Настоящая единая Россия – это мы с вами. Люди самых разных взглядов, разных убеждений. Вот нас объединяет общее чувство гражданской ответственности за собственную страну. У нас разные взгляды на экономику, на реформу армии, МВД. Но мы выходим на площадь вместе, чтобы показать этой власти. Мы не будем мириться с тем произволом, с тем жлобством, с той наглостью, которую они чинят в нашей стране. Давайте все вместе проскандируем. Давай партию жуликов! Давай партию жуликов! Давай партию жуликов! Вот их место. По 54-му федеральному закону можно передать петицию, там, резолюцию митинга в администрацию. Понимаете? Это противоречит всем законам, всем нормам Конституции. Я иду по улице, хочу идти по улице. Почему я не могу идти? Пойдемте нас проводите, и там место лично передадут требования. Мы можем здесь прожить. Три человека, давайте возьмем. Нет. Не Сергей Станиславович. Почему вы ограничиваете собой? Потому что, когда вы будете двигаться большой группой, мы никому не мешаем. Вы будете мешать прохожим. Вы что, обалдели, что ли? Осторожно, там человек упал, осторожно. Дайте дедушку покой. Что он сделал? Дедушка, дайте дедушку покой. Товарищи, милиционеры, полицейские, или как вас там? Дедушку-то оставьте! Обзор! Обзор! Фашисты! 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 Позор этой власти! Осторожно, человек упал! Не устраивайте толчею! Как вам не стыдно, молодежь? Позор вам! Бьют по почкам! Позор, не бейте! Бьют ногами и по почкам! Что вы бьете? Что вы бьете его? Вот только малая часть.